Всем привет! Рад пригласить вас присоединиться к новым этапам дебютных тренингов. В этот раз мы будем изучать разменный вариант защиты каракан. Вариант попал в тройку при голосовании зрителей канала. Для тренингов считается одним из наиболее надежных для белых вариантов. Тем не менее, возможности завязать борьбу у черных есть. Самые разные шахматисты играли его и белыми. Ну и, конечно, черные, если играют защиту каракан, должны знать, как именно им стоит реагировать. Ну и во французской защите, то есть параллельно будет проходить тренинг по варианту Винавера во французской защите. Это один из наиболее острых вариантов. Дважды встретился на последнем турнире претендентов в партиях Яна Непомнящего. Возникают очень сложные, острые, разбалансированные позиции, трудные и белым, и черным. Тренинг будет проходить по уже отлаженной технологии. Все участники перед началом получат подборки важных партий, которые наглядно показывают идеи и планы сторон. Потом на лекции я расскажу вам в основных планах. Мы разберем какие-то именно ключевые партии, то есть партии, которые просто необходимо знать тем, кто играет эти варианты. На следующий день будут вопросы, я буду на них отвечать. Если не будет вопросов, мы разберем еще какие-то партии. Ну и дальше будет практика. Турнир с контролем 7+2, скорее всего, на площадке Lichess. Если она будет глючить и какие-то будут накладки, то всегда можно будет перейти на запасной вариант, на шахматную планету. После турнира на следующий день у нас опять же обязательный разбор партий. Ну, желательно не всех, а самых важных с вашей точки зрения, то есть которые именно вам показались наиболее необходимыми для изучения всеми участниками. Таких турниров будет по 4 на защиту каракан, по 4 на французскую защиту. То есть в итоге вы получите не только необходимые теоретические знания, но и опыт применения этих знаний, опыт в разыгрывании этих вариантов, причем, что очень важно, как за белых, так и за черных. А это позволит вам глубже прочувствовать идеи обеих сторон, даст более полное и глубокое понимание именно идей, реализуемых в выбранных вариантах. Ну и разбор партии с гроссмейстером, мне кажется, тоже даст какую-то пользу. Например, понимание того, что кроме дебютной теории стоит подтянуть еще какие-то элементы в своей игре. Вот вы видите расписание варианта. Оно составлено таким образом, чтобы можно было принять участие сразу в двух тренингах. В тренинге по каракану и в тренинге по французской защите. Лекции или разборы мы проводим на платформе Zoom. Все занятия записываются, записи после занятий высылаются. Если вы не сможете принять участие в каком-то занятии или турнире, ничего страшного, будут записи. Для турниров, конечно, как я уже говорил, мы, скорее всего, будем использовать платформу Lichess. Что вам нужно, просто необходимо иметь? Желательно наличие ChessBase, потому что все материалы у нас в форматах CBV. Скачиваем мы партии в форматах PGN. То есть наиболее удобная программа для работы с файлами – это ChessBase. Ну, если у вас нет ChessBase, я могу материалы конвертировать в формат PGN. То есть есть немало программ, которые позволяют пользоваться именно, ну, работать с форматом PGN. Минимальная квалификация участников тренинга – это второй разряд. Цена одного этапа – 1500, участие в одном этапе – 1500 рублей. В двух этапах, то есть и в каракане, и во французской, будет, конечно, намного сложнее, но в двух этапах 2000 рублей. Записаться можно
через мою, мой же mail, ну или заполнить форму, и технический директор вам пришлет реквизиты и, в общем, все необходимое. Сегодня порадовало, сегодня несколько отзывов получил от участников предыдущих тренингов. Один порадовал неимоверно. Тренинг прошел весело, каждый день я ехал на скутере 22 километра, чтобы добраться до интернета и, собственно, в нем поучаствовать. Ни о чем не жалею, рад, что выпала такая возможность. Женя, огромное спасибо. На этом, пожалуй, все. Записывайтесь. В четверг стартуем.